Да, у этой игры явно определенные проблемы с производительностью. Я уже не знаю, выключил сглаживание. При этом почему-то оно все равно не дает плавной картины. Именно когда подъезжаешь к городу. Раньше было лучше на предыдущих картах, а потом стали добавлять какую-то слишком, так сказать, перенасыщенную графикой картинку, ландшафты и так далее. Даже разрешение запросилось до Full HD, хотя я все время в SnowRunner играл в 1440p. Я поставил 2К, теперь все должно быть хорошо. Еще и снег пошел, прекрасно. Ну вот с кабины нормальный кадр зато. Значит, в этой игре каждый раз, когда обновление происходит, сбрасываются настройки графики, так понял. Еще они сбрасываются до низов по разрешению и до максимальных настроек по графическим настройкам. А где же там наша точка? Там какое-то задание. И кирпичи. Так, это переход на другую карту. Он открыт? Он открыт. Ну-ка, давайте посмотрим, что там нас ждет в национальном парке. Капитальная зима, тут без цепей делать нечего.
Тут у нас терк, тут у нас топливо. Ага. Давайте прокатимся. Слегка оказалось, что это грязь. Это не грязь. О, это не лед. Грязь. Синяя цвета какая-то. Фу. Тут утонем, да?
Да, дорога, конечно, ужас. Какая экономичная машина, на одной заправке через всю карту почти ту и через всю эту проехать. Отель тут. Оверлук. Ага, еще и мост. Прекрасно. Ай, блядь. Красно.
Так, тут мы, наверное, нет. Сейчас не проверим нифига. Так. Не понял. Ну и как тут проехать? Ёб твою мать, пиздец, пиздец. Ладно, поехали. Ты вообще лесоповал? А как к этой вышке подъехать? Я что-то не понимаю.
Длинные доски. Нифига себе, средние доски. Офигеть. Добавили что? Нет подъема, да? Вот дорога. Конечно, сложно назвать дорогой. Тихо. Уже ошибки. А тут целый этот наверху, на верхотуре-то. Целая дорога. А как за гараж проехать? О, это что такое? Тихо. Ага, тут.
Так, а как? С этой стороны, значит, да? Ладно, я вынужден сделать небольшой перерыв. Поиграли немножечко. И сейчас уже пойдем скоро с Олегом в рафт. Вот, поэтому продолжим это все дело в следующей части. Всем спасибо за просмотр, всем пока.